Чёртова ошибка. А, придется разобраться. Привет, меня зовут Мартин Клит, и я президент и генеральный директор Kindred. Спасибо за участие в программе «Первопроходец». Чё? Чё за дичь? Откуда у меня тут спутниковое ТВ? Более 30 лет Kindred помогал человечеству выйти за пределы Земли. И я с восторгом объявляю, что многие эксперты называют нас четвертой в рейтинге лучших компаний по исследованию Вселенной. Да, понятно, понятно. Как это выключить? Фух, спасибо. Привет, меня зовут Ико. Я буду помогать тебе в твоих заданиях. Но сперва, пожалуйста, зайди в компьютер и пройди краткий опрос, если тебе не сложно, чтобы мы были уверены, что ты не сумасшедший и с тобой все в порядке. Так... Я пройду твой тест, но сперва мне нужно выпить гроба. А, гроб. Единственная еда во Вселенной, в которой вкус полностью соответствует названию. Пожалуйста, пройди опрос на компьютере, иначе я не смогу открыть дверь или включить свет, или накормить тебя. Да сейчас подойду. О, это туалет. Я хочу в туалет. А где туалет? Нет, это не туалет. А, это телепорт. Это не туалет. Товарищ налево. А где туалет? Подожди-ка. Аккуратно, можно поскользнуться на инопланетяне, это нормально. Не ешь инопланетян. И не дружи с инопланетяшками, что ли? Ты же знаешь, как выглядит компьютер, правда? Немного устаревший, но в общем, ищи экран со значком конверта. И войди в систему, чтобы я могла открыть дверь. Это будет быстро, обещаю. Замолчи, я знаю, как выглядит компьютер. Вон он. О, вот эта штука, что такое? Похоже, это... Это 3D-принтер? О, это я в скафандре. Я могу напечатать оружие, снаряжение. Но у меня ни черта нет, поэтому это не нужно. Так, а еще тут баллон метана. Я только что поняла, что ты можешь не знать, как выглядит конверт. Это такая старая технология. Он выглядит как кусок бумаги, в который можно вложить другие куски бумаги. Так сложно описать. Он квадратный, с отверстием. А, что-то у меня не получается. Просто найди компьютер. Что-то меня уже подбешивает. Это ТК? Вот он, компьютер. Все, вот, пожалуйста. Я зашел в него. Сейчас он прогрузится. Да мой Pentium быстрее грузится. Новый отчет. Окей. Приветствую. Кажется, у тебя получилась хорошая работа. Согласно твоему контракту о поощрениях для действующих сотрудников Kindred'а... Kindred'а... Не знаю, как это прочитать слово. Kindred'а... 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 Kindred'а, о! Тебе представляется регулярно отправлять отчеты о задании. Давай начнем. Ну, давай. Одна из моих задач – постоянно оценивать твое психологическое состояние. Поскольку космическая болезнь для некоторых исследователей была проблемой, тебя не затруднит выбрать свой портрет из этой галереи лиц? А, хочешь прикол? Я не знаю, как я выгляжу. Ну так, ну я вроде как мужчина, значит отметаем всех девчонок. Симпатичные девчонки такие, да? Точно не собака, потому что у меня были ноги и вроде руки. Не четыре лапы, это точно... Вот, вот этот пацан может быть космонавтом, в принципе. И вот этот это летчик, навряд ли, думаю, что он безумец. Его попустили в космос. Это тоже безумец какой-то, это... Ну вообще, у него посмотри глаза какие, пучеглазые. Я думаю, что он чем-то болеет. Так что я думаю, что, наверное, вот этот чиж. Вот этот чиж волосатый. Это я, что ли? Ну ладно, наверное, это я. Спасибо. Хорошо, что у тебя не поехала крыша. Действительно, у меня, значит, крыша на месте. Это был я. Продолжаем. О, отчет готов. Спасибо за уделенное время. Исследователь J75X321. Это конец отчета. Пожалуйста, нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить свои отчеты в центр обработки данных Kindred. Наслаждайтесь путешествиями, никогда не умирайте. О, спасибо. Все, я вышел на рабочий стол компа. Здесь есть сообщение. Добро пожаловать. Приветствуем имя исследователя. Они не знают, как меня зовут. Поздравляем с первым днем твоего великого исследовательского приключения. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Спасибо. Спасибо, это неинтересно. Не люблю читать. Я вообще не умею читать. Это что? А, это снова. Надо вырубить. Не люблю директора смотреть. Директор у меня убогий. Так. Вот теперь можно начинать исследование. Пожалуйста, спустись по лестнице и встань в телепорт. Там я тебя разложу на пупырки, потом сложу обратно снаружи, на этой славной планете. Да, а какой телепорт выбрать? Тут есть разделение на мальчики и девочки. Типа мальчики слева, девочки справа. Ну ладно, пойду где девочки. Нажать кнопку.
Обнаружена область места посадки. Где это я? Чтоб меня... Какого? Я потерпел крушение? Оу, добро пожаловать на AR-Y26. Это не очень-то похоже на планету. Она выглядит как куча оставшихся от взрыва камней. Задание только что стало на 100% интереснее и на 50% опасней. Для помощи твоих исследований Дрокик располагает отрядом маленьких роботов-дронов, которые могут осуществлять базовую разведку окружающего мира. Пожалуйста, запусти их, открыв внешний люк. Да-да-да, сейчас запущу с дронов. Я вначале осмотрю свой корабль. Блин, ну как так вообще? Я так смачненько сюда шлепнулся. А проснулся, ну как будто просто меня разбудили. Я же лежал на кровати. Почему я не почувствовал твердой посадки? В общем, ладно, давай запустим дрончиков. Походу, вот это шлюз. Взаимодействовать. Давай! Ну же! Че, не работаешь-то? Твою налево! Вот так-то лучше. По черепушке знатно прилетело крышкой. Так, дронов я выпустил, их 4 штуки у нас. Отлично, теперь они будут подсказывать тебе, где приблизительно находятся ресурсы и давать другую важную информацию. Дротик довольно сильно ударило, и нужно просканировать наружную обшивку, чтобы определить степень повреждения. Сделай это поскорее. Как? Не забывай постоянно сканировать все, что видишь вокруг. Камера передаст данные в штаб-квартиру Kindred, и они пришлют тебе чертежи для всяких крутых штук. Тогда ты сможешь собрать разные штуки, чтобы из них изготавливать штуки с чертежей. И потом эти штуки помогут тебе не скопотиться от штук, которых ты снимаешь. Штуки, конечно, это классно. У меня такое ощущение, что я подох и попал в рай. Вот там вот врата в рай. Ну, как еще объяснить то, что в небе, точнее, на облаках какое-то строение? Эй, ладно, давай сканировать, короче, наш разрушенный корабль. Как мне это сделать? Кажется, это не тот сканер. Это сканер местности. О, вот это сканер. Значит, давай сканировать. Это не должно так выглядеть. Как бы очевидно. Вот это что такое? Эта машина удаляет твое тело в исходной точке и печатает копию в нескольких метрах. Что? Получается, я клон? После того, как я с корабля телепортнулся сюда, меня там на корабле чпокнули, хоть, ну, в смысле, удалили, и здесь сделали клон? Фига, это же сколько раз меня клонировали? Чума. Так, что еще просканировать нужно? Есть какие-то... О, вот тут повреждения. Это внешняя панель. Наверное, отвалилась при приземлении. Я добавлю местоположение в твой компас. Пожалуйста, найди и просканируй. Если собьешься с пути, то всегда можешь нажать кнопку «Исследователь», чтобы снова увидеть местоположение. Вот еще есть. Топливные баки целы, но пусты. Если тебе удастся найти местный источник топлива, ты сможешь вернуться домой. Если нет, поздравляю, ты уже дома. Капец. Топливные баки надо еще заполнить какой-то пораженой. А чем вообще вот этот дротик питается? Какое топливо ему нужно? Бензин? Соляра? Или там космическое топливо? Ну, судя по тому, что тут течет, по-моему, туда просто заливается нефть. Короче, полететь мы никуда не сможем, поэтому предлагаю исследовать местность. О! О! Что? Здесь пещерка есть? Но здесь пещерка побольше, поэтому я пойду побольше. Что там у нас? Можно это отсканировать? Очаровательная хрупкая кристаллическая структура. Понятно, что хрустальная какая-то структура. Что это такое конкретно, мне объясни. Очень не кстати расположенный кристаллический барьер можно уничтожить, приложив достаточно сил. А, можно уничтожить. А чем? Я могу как-то бить? О, я могу леща дать кому-нибудь. Типа как пощечину, смотри. Ну-ка, потренируюсь на ледяной глыбе. Получила? Получила леща? Так, хорошо. Леща я умею давать. Это гроб, ну, напиток, который я уже держу в руках. В принципе, я могу здесь его брать. Что еще я могу делать? Я могу кидаться им. Но кидать я его не хочу. Кстати, смотри, тут какие-то растительности. Давай просканим. Это никакие не ростки растений. Тентакалид. Не тентаросты, а тентакалиды.
Смотри, не перепутай. Тебе же лучше будет. Я понял. И что мне с ними делать? Может быть, им леща дать? Ну, по крайней мере, они не кусаются. Давай леща зарядим. Ха! Прикольно. Я себе такие домой шторы хочу из растений. Пошел леща, дал, они спрятались. Или они уничтожились вообще? Ладно, неважно. Твою налево. Ты кто такой? Зачем ты кучу насрал? Я тебя не звал. Давай просканим его. Че за пухляш? По-моему, это воробей-мутант. Ой-ой-ой, их несколько тут. Они опасны? У них здоровые клыки, как у быка. Дай просканируем. О, что-то холодновато стало. Снежная пухла-птица, холодный и любит тебя. А, то есть бояться нечего, да? Что-то я застрял. Отпусти меня. Отпусти меня, говорю. Спасибо. Так, значит, вы добреши. Вас бояться нечего. Я могу погладить вас? Дай я тебя поглажу. Погладил. Пня ему дал. Под жопу. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу. Они обидчивы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Эй, ты только глянь. Тебе удалось отыскать углерод? Повезло тебе. Углерод? Вот это углерод? Где я углерод собрал? Как? Я в слизи стоял. Как я углерод собрал? А вот это что такое? Это их помет? Нет? По пухлым птицам так сразу не скажешь, но они насквозь просоленены. Это соль. Короче, я могу... А как ее собрать? Я могу ее собрать? Нет, я соль не могу собрать. Я думал, это помет, а это, оказывается, соль. Кристаллическая соль. Ясно. Тут бодаются они. Забавные существа. Они даже общаться умеют. О, а ты кто? Что это такое? Это наркотики. Но это хорошие наркотики для исцеления, не для развлечения. Хорошие наркотики для исцеления. Ясно. Короче, когда у меня будут проблемы со здоровьем, я могу подойти понюхать этот цветок, да? О! Фига себе, по-моему, у меня уже галлюцинации. Бобы вылетели с цвета. С цветка. Кажется, я могу вас покормить, да? Я кину вам гроб вот сюда. Вот так вот. Нифига себе, они их жрать-то как хотят, а? Ну да, с голодухи я бы тоже пожрал. Вот этот баллончик. Держите еще один. О, да, тебе удалось обнаружить скрытую отрицательную ценность пищи гроб. Это, ты на меня обиделся, что ли, что я тебе в лоб зарядил? Зарядил баночку гроба. Вы сумасшедшие. Я измазал одного птенца гробом, и все на него накинулись и просто искромсали. Бедняжечка. Это жуткие птицы вообще. Надо валить отсюда. А, здесь я не пройду, здесь я был уже. Но есть проход сверху. Я понял. Кстати, а как насчет того, чтобы кинуть гроб на соль? То есть... Фига себе, он... Откуда он... Как он вообще появился здесь, ты видел? Словно создался клон. Его 3D-принтер напечатал, что ли? Оу! Оу-оу-оу, на кого-то дресня напала. Я их покормил, они продрестрались, и я собираю этот дрист и получаю углерод. Прикольно. То есть я могу их закормить тут до смерти, да? Ребята, хавайте! Углерод мне, быстро! Кажется, сейчас кто-то... Кого-то будет жрать. Посмотрим бой каннибалов. А, ну вначале они сейчас продрестятся. Смотри, 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 смотри. О, махать, махать, махать. Жесть. Дикие просто птицы. Все, одного оставим. Собираем весь углерод и просто валим отсюда. Мы здесь не при делах. Мы просто покормили птичек. Словно уточек накормили хлебом. Теперь ты понимаешь, да, что будет сутками, если ты их накормишь хлебом. Они просто посрут углеродом. Так. Я о чем-то не о том заговорил. Здесь есть проходик. Давай мы сюда пролезем. Что это такое? Шо? Это, по-моему, обломок моего корабля. А вот и наша пропавшая панель. Отлично. На будущее, если тебе понадобится помощь в поиске цели выбранного задания, можешь ориентироваться с помощью функций исследования. Дротик более-менее цел, но нуждается в незначительном ремонте. Если мы когда-нибудь захотим опять взлететь. Конечно, захотим.
Картографы нашли инопланетный сплав, который мы, возможно, могли бы использовать, чтобы отремонтировать корабль. Я поставлю маркер на карте. Отличная работа. У тебя уже есть необходимое количество углерода для создания высокофункционального плазменного пистолета «Кочевник». 3D-принтер в дротике готов к твоим приказам. Кажется, готов. Каждый раз, возвращаясь на дротик, ты автоматически оставляешь на корабле собранные ресурсы. Однако все, что ты бросаешь за пределами корабля, там и останется, пока ты самостоятельно не соберешь это и не принесешь на борт. Так, ты задолбал уже трещать. Пожалуй, я сделаю себе пестик. А еще мне кажется, что там запустился телевизор. Долбанный директор там опять трещит. Что тут? И минеральным комплексом 25+. Атомарно реконфигурирую нервного кластера и от гроб имитирует прыгать любой продукт или напиток в твоем рту, попадая прямо в желудок для максимального удовлетворения. И ненавидно удобства. С любым вкусом, ароматом и ощущениями. Гарантина курица без горького шоколада. Это реклама гроба. Чуть мозг не съели мне. Так, возвращаемся к принтеру. Вот где этот ИК, когда он мне нужен? Чтобы сделать этот пестик. Во! Оружие, он в оружии находился. Ну, как бы это очевидно, что пистолет находится в разделе оружия. Можно я его напечатаю? Пожалуйста. Теперь у тебя есть оружие. Самая важная вещь для любого колонизатора. Ну, это, конечно, правда, но... Можно я патрончики еще тоже напечатаю? Кумулятивный выстрел. Углерода хватает, а вот другого ресурса недостаточно. Увеличенный патрон. Его я могу напечатать. Ну давай, напечатаем. Улучшение завершено. Здорово. Теперь у меня есть ствол. Как мне его достать? А, на корабле я, наверное, не достану. Температура окружающей среды 45 градусов. Признаки жизни номинальные. Спасибо. Значит, у нас уже есть пистолетик, он вот такой вот. Есть патрончики. Это означает, что мы можем пробить вот эту вот фигню кристальную. Здорово, ребят. Блин, еще углерода нужно было бы собрать с них. Ну ладно. Они там, кстати, уже наклонировали друг друга. Это хорошо. Так, значит, целимся. Как у меня ствол-то прикольно трансформируется. И стреляем. О, да. Шикарно. Наконец-то прочистили себе путь. Но нужно быть очень аккуратным, потому что есть возможность наткнуться на какую-нибудь дичь. Как действовать дальше? Походу, нужно залезть сюда. Оп! Попаркурим! Бежим и прыгаем! Красава. Что-то как-то мне тут не нравится. О, так это все-таки не рай, это просто на горе стоит вот эта вот постройка. Ясно. Двигаемся туда. Вау. Вау-вау-вау. Кстати, по-моему, для тех пуль мне нужна была... Дикая планета. Это может прозвучать странно, но ты видишь огромную башню, нависшую над тобой. Я спрашиваю только потому, что мои системы, скорее всего, функционируют правильно. Но наши первоначальные исследования показали, что здесь не должно быть никаких признаков разумной жизни. А это прямо противоречит нашей гипотезе. Я немедленно свяжусь с твоим начальством. Минутку, пожалуйста. Свалила с моим начальством болтать? Ну ладно. Так, пока она там разбирается с начальством, мы проведем здесь небольшое исследование. Просканируем вот эти вот штуки. У этого гриба есть несколько отпочковавшихся пористых стручков. Полипальповое дерево. Я получила срочное сообщение касательно башни от нашего президента и генерального директора. Ты можешь насладиться его просмотром на борту дротика. Возвращайся, как только сможешь. Да блин, опять этого идиота слушать. Не хочу. Я так и не дочитал, что это такое. Полипальповое дерево. Хаотически ветвящийся розовый гриб. Он розовый? Он же не розовый, нифига. Ну ладно, неважно. Читаем дальше. Кончик каждого ответвления заканчивается маленькой милой кисточкой. Это разве похоже на кисточки? Это похоже на какие-то фрукты, на шарики, на сферы. Кто составлял это описание? Так, и чё? Я могу дать леща? Я могу дать леща? Я дал леща растению, но это мне не помогло. Хорошо. Просканируем. Что еще могу тут просканировать? Вот это что такое? Что это за жижа?
Это невылупленные инопланетные яйца. Можно использовать как батут. Это этично? Нет. Это эффективно? Еще как. Прикольно, батут. Классно. То есть, если я вот так сделаю... Вау! Здорово! Обалденно! Так. Холодные объятия Шангара. Шангара? Неважно. Это дикая планета. О, я вижу там. Смотри. Похоже, это растение прикрепляется к ландшафту. Будь у тебя зацеп, он как раз зацепился бы за эту штуку. Я работаю над созданием чертежа. Хорошо, что я ее заметил. Что еще мы тут имеем? Ну, тут, конечно, пухлиши. Я обнаружил поблизости органическое соединение, которое может быть полезно для наших исследований. Пожалуйста, просканируй его. А где? А, вон. Вон, что просканировать надо. По-моему, это яйцо. Если мне так не кажется. Да, похоже на яйцо. На инопланетное яйцо. Так, я понял. Я понял, ребят, что это ваше яйцо, и вы его охраняете, да? Я просто отсканирую. Не переживайте. Я думаю, если смешать эту оранжевую субстанцию с твоим запасом кислорода, то я могла бы усилить ее эффект на твой организм, что позволило бы тебе стать приспособленнее к местному климату. Долгосрочное влияние на организм неизвестно, так что есть или не есть, решать тебе. Конечно, съесть. Давай попробуем. Пожалуйста, сохрани спокойствие. Я слежу за твоей физической реакцией. Параметры в рамках ожидаемых. Корректируй твое здоровье и биологическую обратную связь, чтобы отразить твою улучшенную переносимость химикатов. Я приветствую твою любовь к неизвестному. Зашибись.